Консультативный совет компании P2PS пополнился еще одним экспертом. Это Владимир Никитин, член пятерки лучших ICO-экспертов в ICO Bench. У него 10-летний опыт работы в сфере права, финансов и интернет-технологий. Владимир сотрудничал с компаниями из различных отраслей, включая розничную торговлю, консалтинг, ресторанный бизнес, информационные технологии и так далее. В области криптовалют Владимир работает уже более 3 лет, владеет обширными контактами в криптосообществе. За его плечами такие достижения, как ведущий советник ICO-проектов и присутствие в топ-списке 5 мировых экспертов по ICO Bench. Владимир Никитин имеет степень магистра юридических наук и степень магистра экономики, финансы и кредит.